Добрый день. И сегодня мне задали очень интересный вопрос. И правда, вот прям нестандартная ситуация, я никогда с таким не встречалась. Нарисованы векторные объекты. И человек пытается из этих объектов создать, соответственно, заливку. Как я рекомендую, все выделить и перетащить в панель образцы. Но оно не перетаскивается. Я начала смотреть, что с ними не так. То есть, в принципе, это векторные объекты, они разгруппировываются, как бы все нормально. Но по какой-то неведомой мне причине у них очень странная заливка. То есть у вас уже получается объект с какой-то заливкой. И вот когда у вас в объекте есть заливка, из него вы новый узор создать не можете. Если вот здесь посмотреть, то это почему-то какая-то неопознанная заливка. Каким образом создавался данный объект и почему эта заливка вылезла, я сказать не могу. Но нормальная заливка будет выглядеть вот так. Вот смотрите. Если я возьму сейчас тот же самый листочек, да, и закрашу его зеленым, то вот здесь вот она битая и отражается как цвет заливки, а вот здесь она отражается уже как полноценный цвет. И таким образом нужно поправить вот эти элементы для того, чтобы у них не было вот этой битой заливки. Возможно, это какая-то странная версия. Возможно, ну, что-то там не так с компьютером. Может быть, какой-то странный способ создания. Не могу сказать, не понимаю. Первый раз в жизни вижу такое. Но вот я это нашла, и теперь... Когда я поправила все элементы на данном листочке, например, да, потому что до этого я с ним ничего не могла сделать, он у меня теперь вполне себе должен туда встать. Видимо, где-то что-то пропустила, сейчас посмотрю. Так, это будет зеленое. И это будет... А, вот это пропустила, вот, зеленый. После того, как я его вычистила нормальным, вот он у меня может теперь помещаться в заливке. Соответственно, нужно все-все элементы данного принта точно так же прочистить и залить цветом. Тут другой цвет был, да? Почему они так отразились? Вот для меня загадка. Я сама поищу, посмотрю. Так быть не должно. Но смысл остается в том, что вот из-за этого оно вам не дает создать. Это группа. Можно даже не уходить. Сейчас в режим изоляции уйдем. И поправим цвет. Я сейчас правлю более грубо, да, для того, чтобы понять, что у нас там произошло. Но в целом все очистила я, да. Вот уже три элемента, которые я прочистила. Я из них могу создавать какую-то сложную заливку, и они у меня перетаскиваются в панель и создают принт. Потом уже можно делать там, грубо говоря, двойной клик и здесь сделать дальнейшую настройку. Попробуйте сделать то, как я показала. Посмотрите в цвета заливки, почему они у вас так получились. Не могу сказать. А вот что сделать, могу сказать. То есть нужно их перекрасить, прокрасить нормальными цветами, и тогда все работает. Попробуйте и поделитесь, получилось или нет.